А тебя как зовут в Рублоксе? В Рублоксе, то ребята спрашивают. Меня! Ребят, мы открыли лайки и видим, что здесь 2 миллиона подписчиков. С одной стороны, плохо жарится. Макс, будешь пирожок? Да. Мы пришли возле школы покататься немножечко на великах. У Ксюши цепь слетела с велика. Куда чудище? Доброе утро, доброе утро, Каролина. Просыпайся. Приветик всем. Привет. Привет. Знаете, время сейчас, между прочим, 11 часов, а мы еще валяемся. Сегодня плохая погода. Дождик на улице. Да, Бонечка? Понятно. С нами Бонечка тут лежит. На улице дождик, пасмурно. Вот и хочется полежать, да? Поспать подольше. Хорошо, каникулы, ничего не надо делать, никуда не надо идти. Да? Ой, папа на следующей неделе. У папы на следующей неделе отпуск. Хорошо. Чем будем заниматься? Куда поедем? Никуда не поедем, да? В Испанию не едем. Будем здесь кататься, да, Каролин? Да. 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 Бунька. Да. Да. Будем здесь гулять. Какого? Иди сюда. Пони. Пойдемте завтракать. Да. Что будем завтракать? Что мы будем завтракать? Не знаю. Ты почему опять на моей кровати спишь? Потому. А? Почему? Потому что неудобно. Как это неудобно? Ну выбросим твою кровать, значит. Да? На мусорку. Приходит ко мне и Макс приходит, и Каролина приходит, такие деловые. Что у нас, кровать резиновая, что ли? Она же у нас не растягивается, чтобы все помещались. Давайте все встаем. Ребят, мы открыли лайки и видим, что здесь 2 миллиона подписчиков. 2 миллиона! В лайке 2 миллиона подписчиков. Покажи. Бежит, бежит. Да собака тут при чем? Собаку отпусти. Круто, круто, круто. Наконец-то. Эти 2 миллиона так долго прибавлялись, да? У нас еще время было 1 900 000 000 900 000 900, никак до 2 миллионов не могли дойти. Тут 2 миллиона, 2 лимончика. Надо папе сказать. Во что ты играешь? Роблокс. Я хочу Роблокс. Где их взять? Не тут. Ну возьми. Ха! Надо платить. Они бесплатные. И зачем они нужны? Чтобы покупать питомцев? Так тебе кучу целую подарили. Нет, Роблокс можно покупать. Одежду можно покупать, питомец. Ну так тебе дарят питомцев. Ну я хочу китсуни. Угу. Она за рубуксы. И сколько там стоит один? 300 рубуксов. А это где-то 4 франка. 300 и что можно купить за 300? Ну, это вапета. Да? Или есть пандочка. Ну, за 4 франка можно купить. Пандочка за 1125 рубуксов. Ой, ты куда собралась? Такая красивая. Есть лошадка за 150. Красивая такая прям. Есть. Есть. Деловая. 99. Есть панда за 100. А потом сколько стоит, который ты хочешь? 300 рубуксов. 300. У тебя будет день рождения, я тебе куплю. Какого ты зверька хочешь? Тоже зайчика? Да. Хорошо. Она хотела заглянуть сюда. Там у тебя закрыто? Она хочет вот такой вот тоже дневничок. Я тебе куплю такой. Где я покупала? Клеерс. А, Клеерс. Хорошо, я тебе куплю. Ладно? Он все. 10, я запомнила. Ладно? Тебе на день рождения купить вот этого. Все, хорошо. Может быть, даже раньше получится, если мы туда попадем.
Хорошо? Ладно? У меня только один питомец Флай. Помните, ребят, как раньше Ксюшу кусали комары? Мы же когда влоги снимали, она у нас вся покусанная была. А здесь такого нет. Ну, здесь там, не знаю, один-два укусят, ну, и все. Ну, ухо укусило. Угу. Ну, там это вообще кошмар был. У нее же аллергия еще на эти укусы. Она прям вся опухшая была, все эти укусы у нее прям это. Вот, у нас такая вот штучка есть. От комариных укусиков. Укусил, помазал, и все, и не чешется. Сегодня детки просто захотели поесть хлопья с молоком. Так, ложки, где ложки? Все ложки... А, вот они. Все ложечки. Так что сегодня едим хлопья. Ребят, мы решили сделать пирожки. Так, тесто у меня уже... Нет, оно еще не готово, это только опара. Картошечка у меня уже почти сварилась. Ой, надо ее проткнуть. Кто хочет пирожки с картошкой? Я. Поднимите ручки, кто хочет пирожки с картошкой. Да, картошка готова уже. Так, девчонки, сейчас будете делать пюрешку. Пюрешку из картошки. А я буду месить тесто. Все, у нас уже процесс пошел. Жарим пирожки и плюс, девчонки, снимаем в лайки видео. И еще я решила сделать партию в духовке, потому что, ну, может, папа попробует, у нас, чтобы он жареное не кушал. Он у нас не ест ничего такого. Вот. Тесто у меня еще осталось. Тесто очень такое воздушное получилось, смотрите, пористое. Тесто хорошее. И много картошки. Мне пришлось картошку еще доваривать партию, потому что я немножко пересолила. Я немножко пересолила. Да, бывает. Мне пришлось немножечко доварить, чтобы потом перемешать. И сейчас оно уже нормальное. Ну, если даже и останется, то так можно сосисочки отварить и сосисками съесть. Так, все? Это, которую... А тебя как зовут в Роблоксе? В Роблоксе, то ребята спрашивают. Меня! Нет, меня! Не надо меня. Я всех покажу, ребят. Вот Маргарита. Маргарита Фанни. Только две Н, по-моему, пишется, если Фанни. Да, да. Пишется две Н. И Ксюша? Я Авокадо Гёрл. Авокадо Гёрл. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это Ксюша. А то спрашивают постоянно, как с девочками поиграть. Ну вот, ну, ой, фокус, вернись. Но у них нет такого расписания, они играют, бывает и вечером, бывает в обед, бывает ночью, играют по-разному. Поэтому получится, у вас их поймать не получится, но попробуйте, да. Все, пирожки ушли в духовку, жарится, печься. Эти пирожочки жарятся у меня. Я очень хочу этого. Ой. Пышненькие. Что-то они как-то неровно стоят, поэтому не жарятся. С одной стороны плохо жарится. Макс, будешь пирожок? Да. Да? С картошкой. Я сделала картошку без лука, потому что вот эта детвора, лук не едят. Что Каролина, что Макс. Мама, поэтому сделала просто пирожку. Рубукс, который можно купить. За Рубукс эту штуку. Этого питомца. Она легендарная. Можно их тоже изменить. Она может изменить свой вид. Да ты что? Она легендарная. Да ты что? Все, ребят, дожарили. Вот такие вот в духовке получились. И... Ой! Япона, мама! И вот такие вот получились на масле. Жареные. Вытаскивай туда. Быстрее эту масло сейчас. Да, вот сюда же. Питает. Осталось еще пюре, но это хорошо, потому что это на завтра. Обед готовить не надо. Сварю только сосиски и все. И будем кушать пюрешку. С картошкой. Все, приятного аппетита. Спасибо. Пожалуйста. Ты моя зайка.
Какой тебе больше нравится, вот такой или вот такой? Я. Ты. Из печки? Ну, что не ешь? Я сейчас наемся пирожков, а потом пойду в спортзал. Чего это? Куда идешь? В спортзал. Где? Сейчас съем и пойду заниматься. Сгонять пирожки. Да, Бонь? Смотрите, что она делает. Она берет и выковыривает картошку из пирожка ложкой. Тебе тесто не нравится, что ли? Или тебе только картошка нравится? Да? Такая странная. Первый раз такое вижу. Каролин. А? Первый раз такое вижу. Бончик, научите меня играть в Roblox. В Adopt. Roblox уже сколько лет? Помнишь, вы же канал открыли, ребят? Да, у нас есть канал. У нас же канал есть, я и забыла. У нас же есть канал игровой, а чего опять не начнете снимать? М? Ну, можем. У них же есть канал, мы же открывали. А как он называется-то хоть? Roblox. Нет. Нет, что-то с Play. Play, сестрички Play или нет? Нет. Да. Сестрички Play? Или нет? Нет. Надо посмотреть, я даже забыла. Я не помню даже, как он называется. Я не... Она мне сейчас поцарапает. Папа приехал на мотике. Лео, я на Сабони. Бони. Нет. Ай, убежала. Убежала. Ап-ап-ап-ап-ап-ап. Заблудилась. Больно? Тебе больно вот так, если я тебя сейчас буду тоже заживать? Тебе больно? Чего ты от меня прячешься? Все, сиди тут. Ба! Вот так вот, тебе больно, если я буду? Ты там? Там пирожки. Где кому? Да, ты так. Съел уже пирожок! Уже пирожок съел, да, есть яйца. А я-то думала. Ну ладно. Синусейты? Ну пойдем немножко погуляем. С Бонни пойдем? Ну пойдем, она не гуляла еще. Давай. Там поводок на улице. Карина, принеси поводок. Она тоже. Что? А мы пришли возле школы покататься немножечко на великах. Смотри, смотри. Это Маргаритин велик. Ей нужно кресло поднять. Вот-вот-вот, поднимается, поднимается, поднимается немножко. Ой. И мой велик упал. Это что такое? Сапила. Оторвал. Мама, велик упал. Да ничего страшного. Потому что у меня эта штука не работает. Все, папа сломал велик окончательно. Бонни. Каролина учится кататься на... Это Маргаритин же велик, да? Наверное? Мама, он ее оставляет. Ну что? А если она упадет? Не упадет. Она должна научиться. Не все время же она маленькая. Папа сломал ее велик. Бунчик там играет. Она обучает в школу. Пони. Потому что она на следующий год пойдет в киндергартен. Кто? Пони? Конечно. Видало. Потом война. Осторожно. Пойдет. Почему они в одну сторону не едут? Почему они разъезжаются? Вы в одну сторону должны ехать. По кругу, по кругу. Потом Бонька пойдет. Браво. Ко мне, к моей ученице. Давай катайся. Ехать. О, часики. Динь-дон, динь-дон. У Ксюши цепь слетела с велика. Заносим велики. Мне это вот вообще не нравится. Ой, тут места? Да, вообще мало. Смотри, вообще-то это не может быть. Это очень много места. Угу. Давай туда засунем. Где свободно, там и ставь. Угу. Я мы уже дома. Батарейка села там. Сегодня не поснимала ничего.
Покатались, у него же голова мокрая. На, неси, Макс. Туда неси. Осторожно, стаканчик разобьешь. Все. А теперь отдыхать. Да. Хорошо? Папа пусть отдохнет. Ну, так что за чудо-юдо? Это кто? Это я. Ну, что ты делаешь? Ну, зачем ты это делаешь? Какое-то чудище. Где мои? Не надо, сейчас будут гавкать, папа спит. Почему папа? Папа отдыхает. Колбу. Давай, снимай. Это играешь. Она рисует тут. Каролина, будешь? Да. Не открывается. Нет? Я могу выбегать. Все, я помогу? Нет, я уже все открыла. На. Макс, будешь? Спасибо. Пожалуйста. Мы будем кушать. Вот я себе сделала лед и его бросаю в стакан. Все, больше леда нету. А весь другой я съела. Я обожаю лед кушать, просто так. Карина, что ты делаешь? Каро. И теперь что? Да. Что? Ты видишь, смотри. Ты видишь вот так вот? Да. Это ты нарисовала. Смотри, там я еще. Да. И смотри, ты видишь? Да. Да, я вижу. Все. И все? Да. Угу. Понятно. Быстренько сейчас проверим, где здесь есть. Если есть здесь самые комарики, мы будем. Сейчас мы будем брызгаться вот таким спреем от комариков. Так что давай ножки, ручки. Еще в лицо себе полезешь. Чтоб тебя это. Не надо, я сама. Потом ты себе лицо, не дай бог, еще тронешь глазки и будет больно. Пока.